Всем привет, с вами Юмилька. Давайте смотреть, засмеялся, подписался. Поэтому, если это видео поднимет вам настроение, вы засмеетесь или хотя бы улыбнетесь, то ставьте лайкос и подписывайтесь. Погнали! Я думаю, это твое? Это типа... Это... Я правильно понимаю, что там? Это типа, ну, вы поняли, что... Да это так странно, дарить такое. Хотя каждый по своему. Господи! У меня сегодня то же самое с кошкой было, когда она испугалась, прям так же сиганула. Хорошо, что хоть не упала, не ударилась. Учитель говорит, нужно мыслить нестандартно, я дома. My first day living alone. Что там делает вообще? Розетка сверху. Зачем? 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 Никакой солнышко. Сейчас мы будем заниматься сексом. Oh, you touch my ta-la-la. Oh my gosh. Что такое NFT? Ну вот представь, у тебя есть жена, которую имеют все, кто хочет, но у тебя есть свидетельство о браке. Оу, интересное описание на самом-то деле. А что с ним вообще произошло? Четко. Получается четко. У вас здесь. Классный момент. Был подобран. Зачем? Батя, когда смотрит на двойку ЗДЗ, которую он помогал тебе делать. Чё вообще на этой картинке? Они хотя бы показали вот так. Я нифига разобрать не могу, честно. Это обезьяна, хомяк, кто... Это типа, а, лапы вот так держит, это обезьяна. Вообще нифига не видно, могли бы хоть показать, да? Правнее. Ну, я слышала про эту игру, кстати, недавно, только узнала про нее. Ой, блин! Я могу его понять, такое мерзкое чувство. Что-то делать, но я абсолютно таких людей понять не могу. Это настолько невежливо, некультурно. Ты что опять там делаешь, проститутка? Опять что насмотрелась своего порнохаба? А ну вылазь бы! Такой на порнохабе разве есть? Господи, я не знаю, я вообще не в теме, чувствую себя. Ну что с ним? Все, я хоть в конце успокоился, самое главное. I'm an untrained meteorologist reporting on the snow. I mean, it's in the streets. Damn! Мама топчет нож. Вспоминаю, что я дома один. Пипец. Бро, ты знаешь разницу между звездами и тобой? Нет, бро. Звезды светят только ночью, а ты, гно, ой, блядь, как днем. Блин, ну, мне кажется, это случайно было, но все же, все равно забавно. Охренеть! Жесть! Уйди, солнышко! Уйди, солнышко!
что ж такое-то? Король, как я и обещал, вот голова дракона. А рыцарь, как я и обещал, а вот рука принцессы. Она тоже здесь. Так, не теряйся. Просто подойди и скажи «Привет». Как тебя зовут? Давай познакомимся. Ничего сложного. Все это делают. Давай. Фамилия, имя, отчество, ты хуй луч. No. Это цветокоррекция такая или что это? Что это? Воу. Необычно. Что? Блядь, заебись, посрал, короче, ебать. Сайком. Ебать! Это что за хуйня? Чё? Блядь, это что такое, нахуй? Чё тут, блядь, это... полтора гея, но... Ебать, она ходит по швам, блядь. Она ходит по швам в плитке. Пиздец. Ой, ой. О! Блин, да так все хорошо начиналось. Блядь, чувак, ёбаный рот, сосед, блядь, сосед. Нахуй, ёбаный ты, блядь, ты охуел. Что, блядь? Ты ёбнутый, блядь? Куда ты нахуй сверлишь, блядь? Ебана, блядь? Постучали бы ему! Жесть! Это насколько потолки тире полы должны быть тонкими, чтобы так просверлить? Через окно ОМОН, бич, доки на столе. Сок был приговор, или сплетни на все. Оу. Сейчас упадёт! Второй рукой держать надо! Я не думала, что настолько эпично, думала, что чуть-чуть так, но тут даже и разбилась прям. Пипец! Вот так вот будем закутывать, ложить ночью, и будешь ты так целую ночь лежать за то, что папе спать не даешь. Ты меня понял? Наглец. Дикий кот какой-то дома живет. Что-то на моей бандиточке зазор слишком большой. А ну, Володь, рихтани. Позорной. Ученый кот. Ой. Нельзя, парни. Что со мной там сделают? Пародия на шкарейку. А, ну тогда оформлять. Ой. В чем смысл? Сейчас же отлетит. Упадет на них, разве нет? Или мне кажется? Очень ненадежное приспособление, если честно. Ну ладно. Привет, ребята. Здрасте. Хотел у вас поинтересоваться, кто строитель, может, кто электрик. Вот такая вот ситуация. У меня вот выключатель, вот всегда, когда выключаю свет, получается, и какие-то звуки странные происходят. Понравился видос? Поставь лайкос. Спасибо тебе за просмотр. Отличнейшего тебе дня, и надеюсь, что ролик все-таки реально поднял тебе настроение.